Сорт черешни Сюбаровская. Сорт белорусской селекции середины 20 века. Отличается высокой зимостойкостью, урожайностью, плодами среднего размера, а также устойчивостью к болезням и высокой долей самоплодности. То есть при посадке в сад даже одного дерева вы гарантированно получите урожай. Вредителями повреждается слабо, поскольку это сорт раннего срока созревания. Он обычно уходит от поражения вишневой мухой. Созревает в зависимости от условий местности от начала июня до его середины и входит в группу ранних сортов. Созревшие плоды хорошо отделяются от плодоножки, отрыв практически сухой. Сорт пригоден как для употребления в свежем виде, так и для заморозки. Сохраняет форму, цвет и качество. При полном созревании вкус Сюбаровской сладкий и кислинка практически не ощущается. Она легкая и освежающая. Мякоть у нее нежная, темно-бордовая, с темно окрашенным соком. Очень богата биофлавоноидами и антоцианами, которые оказывают протективное действие на наш организм. Поэтому употребляйте, пожалуйста, побольше сортов темно окрашенных. И это, кстати, хорошая профилактика атеросклероза сосудов головного мозга.